Знал бы, что так обернется, черта с два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато, а не здесь, в зоне этой проклятой. Стена каждая мелочь, мать их штабную. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Я так чувствую, 500 килограммов, я уж тут того. Аномалии, мать. Вот это самое страшное, точно. Как там у сталкера? Как его зажарило. А другого по деревьям раскидало. Кусками. Не дай бог. Лучше напрягаться. Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мы ничего хуже сталкеров, ага. А сами?
Как отсюда посмотришь, так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Учтена каждая мелочь, мать их штабные. Это считается хорошей подготовкой, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Ничего, я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Вернуть бы сейчас гречки с тушенкой. Да, это я бы на раз. Учтена каждая мелочь, мать штабная. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт, да мы даже в бой не вступили. Следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии, твари эти поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушки слететь. Это все коту под хвост.
Учтена каждая мелочь, мать их штабные. Это считается хорошая подготовка, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Достало. Как меня все достало. Нас отсюда заберут. Аномалии, мать. Вот это самое страшное, точно. Как его зажарило. А другого по деревьям раскидало.
Эх, миска бы копченого сейчас. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так прорвемся. Его зажарило, а другого по деревьям раскидало. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. Чувствую спиток килограммов. Я уж тут на лоб. Жаловали, мне похрен. Среди людей зато. Они здесь, в зоне этой проклятой. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают. Thank you.
Здоров! Эй, сталкер, с чем пожар? Составу отдыхать. Thank you.
Ну? Ну чё, ну чё ты тут мельтешишь? Чё, мельтешишь? Пища нормальная в этой части.